Да, сейчас, погоди. Короче, заблудились мы в лесу с Викулей. И никак не вылезти, потому что кругом бурелом. Вот здесь еще мало, а там вот там дальше было не пройти. Но зато лес отблагодарил нас вот такими белыми грибами. Вон стоят, правда, редко, редкие, но вот даже вот такие гиганты, как Викуля нашла, да? Не, ну такой, мне кажется, даже срезать бесполезно. Не, но мы его и срезать не будем, просто он какие. То есть люди не ходят, кроме заблудившихся. Давай свою руку по сравнению с ним, а то так непонятно, какой он величины. Во, он уже там плесенью какой-то покрыт. Да. Но вот тот забирай. Да.